Всем привет! С вами Марина из Диномамы, и сегодня я расскажу вам про зимнюю коллекцию канадской марки Густи. Это у нас комплекты для мальчиков серии Бутик. За что мы любим марку Густи? Зимние комплекты очень теплые, прочные, красивые, яркие, и в комплект входят аксессуары, варежки, шапка и манишка. Расцветки в этом сезоне у нас представлены вот такие. Более классическая, спокойная, строгая, может быть. Ткань 5000 миллиметров, водозащитные свойства, достаточно высокий показатель. Утеплитель 283 грамма в куртке и 180 грамм в брюках. Плюс в куртке еще флисовая подкладка. Они очень теплые, рассчитаны до минус 30 градусов. Еще одна расцветка. Вот такая. Ой. Ай-яй-яй. Еще одна расцветка. И вот такая. С яркими контрастными строчками. Теперь давайте рассмотрим комплект поподробнее. Куртка. Капюшон с защитной, ветрозащитной планкой на резиночке. Отстегивается. Кнопка, а дальше молния. Здесь кнопки. Внутри флисовая подкладка контрастного цвета. Манжеты на липучке. Есть еще надпись Густи предусмотрено. Резинки и внутренний эластичный манжет с прорезью для большого пальчика. Молния без защитной планки с синей вставкой, тоже красиво смотрится. Нашивка, карман на молнии с шнурком. Два кармана также на молнии. Ой. Внутри есть такой карабинчик, с помощью которого можно пристегнуть варежки и не потерять их где-то. Внутри защита подбородка от защемления. Здесь вот как раз защита от поддувания, защитная планка. Флисовая подкладка на внутренней стороне воротника, спинка, грудка. В рукавах подкладка гладкий полиэстер. Внутренние карманы. Один сетчатый, один такой обычный. Снежная юбка на кнопках. И вот здесь ткань такая же, как верхняя, чтобы не промокала куртка. Влага не проникла внутрь. Имя и телефон ребенка также можно написать, что немаловажно при выборе куртки. На капюшоне две светоотражающие полоски вставки для безопасности в темное время суток. Молния, классический крой рукава. Вот, в принципе, прямой крой, стеганая курточка. Аксессуары. Это варежки на липучке. Так они расширяются, чтобы удобно было их одеть. Внутри утеплитель и флисовая подкладка. А на ладошке прорезиненная вставка на самой ладошке его и на большом пальчике для прочности и защиты от влаги. Еще есть вот такая вот резиночка. Также в комплект входит запечатанный вот такую сумку аксессуары. Это шапка и манишка. Вот она, шапочка с помпоном такая. Флисовая подкладка внутри, а манишка такая. Внутри такая же, как снаружи. Цвет брюк в этом комплекте такой графитовый с голубыми вставками. А теперь я расскажу вам о важных особенностях брюк Густи серии Бутик. Брюки во всех комплектах Густи серии Бутик одинакового кроя. Однако, в зависимости от размера, они выглядят как полукомбинезон, если это размеры до 6X включительно, а с размера 7 и выше это брюки с завышенной спинкой. Для больших уже брюки. Давайте рассмотрим поподробнее. Сначала полукомбинезон. Он на эластичных подтяжках с надписью Густи. Они регулируются.
Приталин. Молния. Внутри подкладка гладкий полиэстер. И место, где можно написать имя ребенка этикетку. Карман боковой на липучке. На коленках вставки из материала повышенной прочности. Внизу нету внутреннего шва, вот в нижней части, чтобы при ходьбе не стирались брюки. И кромка тоже из материала повышенной прочности. Кстати, все, что касается вот ниже, начиная с кармана и ниже, в брюках точно такой же, как в полукомбинезоне. Важное отличие – это только вот верхняя часть. Внутри снегозащитная юбка. Такой же материал, как снаружи, чтобы можно было безболезненно брюки подвернуть. Так, вот это вот чуть позже расскажу для чего. Сзади талия, два кармана, точнее не кармана, а обманки под карманы, материал повышенной прочности на попе, и вот для чего была нужна эта липучка. Брюки подворачиваете, фиксируете вот такие петли и носите два сезона без каких-то дополнительных неудобств. Теперь брюки. Седьмой размер не маленький. Здесь эластичные подтяжки. Спинка отстегивается на молнии. Ну и, соответственно, подтяжки тоже отстегиваются. Талия на резинке. Ширинка на кнопки и молнии. Внутри подкладка гладкий полиэстер, место, где можно написать имя. И дальше то же самое. Кармашек на липучке. Прочные вставки. Прочные вставки. Прочная вставка. Снежная юбка. Подворотик. И сзади петли для подворота. Прочная вставка и обманки под карманы. Вот и, пожалуй, все. Спасибо за внимание.